Всем привет! Вот такая программка Magical Voxel. В завершении к теме именно о пикселях. И она делает игрушки, она делает 3D-модели, похожие на пиксели. Марио, там, чайники, любая ваша фантазия, замки, дворцы, любой ландшафт вы можете именно сделать здесь. Здесь есть цвета. Есть именно вот эти инструменты, с которыми все это дело работает. Колесико приближает, отдаляет, правая кнопка мыши вертит модель. Ну, приблизительно покажу, что она делает. Вот так вы это все дело намечаете. Получается у вас вот углубление квадрат. И потом переключаетесь на F. И вот так все это дело можете удалять. Также вы можете все это дело здесь компоновать, обрезать, выдавливать, обрезать, делать зеркалки и так далее. Очень прикольная штука, очень нужная именно по 3D. Вот такие можно простые штуки делать. Вот такие модельки можно именно здесь конструировать и использовать потом в играх. Вот такая штука. Как работает программка, оставлю ссылку под видео, изучайте. Если кто-то только о ней узнал, то лайк. Если кто-то о ней давно знает, тоже лайк. Так что всем пока, до свидания. Изучайте эту программку, кому-то будет она очень интересна.